Обратился один батюшка. Я протоиерей Сергий Тодоров, служу в Балтской епархии в Березовском районе, село Черногорка. И на сегодняшний день я нуждаюсь в хирургическом вмешательстве на колено. Из-за маленького прихода численностью населения максимум 200 человек нет той возможности, чтобы осуществить эту операцию. Поэтому я обращаюсь в программу «Жизнерадостный дняк», постоянно смотрю ее, прошу о помощи, финансовой поддержке 15 тысяч гривен. Если это возможно, прошу помочь, чтобы осуществить эту операцию на ногу. Я благодарен всем, благодарю Богу, что Господь помогает каждому и программе «Жизнерадостный дняк», наблюдая все ситуации, всем помогает. Мы благодарны всем, что все люди откликаются, помогают всем, кто нуждается в какой-либо помощи и поддержке финансовой. Спасибо всем Господь. Пускай Господь всех оберегает. Всем помощи Божьей, ангел-хранитель. Я надеюсь, мы поможем ему, как и всем предыдущим нашим православным христианам.